Сегодня 105-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. В Карачаево-Черкесском республиканском отделении КПРФ вспоминали историческую дату и наградили ветеранов Компартии. О красном дне календаря репортаж Харчибиджиева. 105 лет назад залп крейсера «Аврора» возвестил о рождении новой эры. В тот момент начался переход человечества к светлому будущему, к социализму. Прошло немало лет. Учителя, строители, инженеры и многие другие превратились в творцов новой жизни, большую часть которой они работали не покладая рук, не зная слова «усталость». И сейчас о своем многолетнем труде вспоминают с улыбкой, ведь если бы не они, то кто? В здании Карачаево-Черкесского республиканского отделения КПРФ прошло праздничное мероприятие с участием ветеранов партии, ведь их работа во благо народа бесценна. Немногие ветераны смогли прийти, возраст уже не тот, рассказывает первый секретарь городского комитета КПРФ Сергей Лосков. Но о них партия не забудет. Я хочу поздравить всех жителей Карачаево-Черкесии с нашим главным, на мой взгляд, праздником революционным. Благодаря этому празднику мы сегодня празднуем и столетие Карачаево-Черкесии, потому что именно Великооктябрьская социалистическая революция дала народам Карачаево-Черкесии получить государственность. Именно Великооктябрьская социалистическая революция дала возможность народам Карачаево-Черкесии получить прекрасную промышленность, сельское хозяйство. Ко дню годовщины революции приглашенных ветеранов КПРФ поздравили за их вклад в развитие социалистического строя и непоколебимую веру в нее. Им вручили грамоты и подарки, а после теплой дружной обстановки прошло чаепитие. Я желаю всем народам, которые живут в Российской Федерации и в Карачаево-Черкесской Республике, благополучие во всем, взаимопонимание, взаимоуважительного отношения, и чтобы решали проблемы народа. Других пожеланий нет. В конце праздничного мероприятия все члены партии КПРФ возложили венки к памятникам Ленина в Черкеске, почти в память основателя первого в мире государства рабочих. Карчабиджиев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия.